Всем привет, друзья! С вами Вестик. Сегодня у нас будет марафон пиратов в Дамблджамп. И на первом же слове я чуть не упал. Ну ладно. Надеюсь, вы будете не против, если серия будет молчаливой. Потому что тяжело говорить и играть в это. Надеюсь, да. Ура, монетки. Как вы помните, нужно 100 тысяч, чтобы купить самого крутого джампика, который сразу тремя патронами выстреливает. Так. Прыжок. Выстрел. Люблю, когда эти кости ломаются. И вот мы уже нашли еще одну карту. Это замечательно. Досточка за досточкой. Досточки и веревочки. И вот мы уже нашли третью карту за одну игру. Возможно, у нас будет не марафон кучи игр, а одна большая. Так, тут у нас сокровище будет охранять монстр. Мы его убиваем. И забираем еще один сундук. Я уже 1000 за один бой заработал. Это довольно круто. Итак. Одни двигающиеся. И мы падаем. Ну ладно. Ну ладно, раз уж мы упали. И давайте, раз уж у нас марафон именно пиратов, ну то мы только в это и будем играть. Не, ну... Простите, ребята, просто почему-то я в одну сторону нажимаю, а он только в другую идет. Давайте еще раз. Так. Кстати, чего у меня так мало подписчиков? А ну быстро подпишись и поставь лайк, если ты этого еще не сделал. Одно дело найти карту, другое дело пройти по ней. Нет. Чё? Так, играть. Капитан Джек Вестикой. Не. Вестигей. Вестик. Вестик Бэй. Во. Воробей, Вестик Бэй, Пузи Бэй. И сегодня в мое видео попадает канал под названием Вован Про, а также Арни Бро. Не, ну вот я тяну-тяну, прыгает. Короче, древидень какая-то. И куча рекламы. Просто куча.
Не такой уж марафонский марафон. У меня бывали и подлиннее видео. Поэтому давайте еще одну игру и все. Ну все, друзья, на этом мы будем заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Пози, Альберт, Демастер, Трассер, Аид, Вован Бро. Какой Вован Бро? Вован Про и Арни Бро. Просто одинаково называют себя. Вот сейчас, если соберем сокровища, по мне так это самое тяжелое. Да! На этом мы будем заканчивать. Всем удачи. Всем пока.